начинает зацветать осенняя астра. Только первые бутончики появились. Сентябрь будет вот такущий огромный куст. Очень она мне нравится. Такая прям красотка. Розовая. Столько на ней пчел всегда. Рододендроны разного сорта. И маленькие, и большие. Всякие разные. И даже вот этот вот листопадный, у которого оранжевые листики стали. Тут у нас цветет последняя розочка. Почва покровная. Конец сентября. Еще немножко. Все эти кучи бутонов молодых уйдут под снег. Хризантема. Коротенькая такая, ярко-красная, очень красивая. Как жалко, что они так поздно зацветают. Сейчас вся эта красота пропадет. Вот бы пораньше немножко. Лапчатка. Такая яркая, лимонная. А вот это вот тоже лапчатка. Это не земляника. Такого она интересного матового цвета, белесоватого. Примерно такого же.